Геракляда – это своего рода олимпиада. И традиционно Геракляда включает в себя соревнования, турниры, которые мы развиваем и культивируем. Несмотря на всю пандемию и самоизоляцию, и вот эти трудности, статистика – 42 региона и 50 городов страны. Спустя 5 лет выступил, снова выиграл. Очень приятно, наверное, будет вдвойне приятно еще получить, наверное, звание мастера спорта вдобавок. Соревнований сейчас не хватает, а выступать хочется. Без мотивации тренироваться очень сложно. Наш спортивный храм, каким является Союз Геракреон, он стал абсолютно рациональным, комфортным спортивным объектом, где проведение одновременно соревнований на нескольких площадок мы научились делать, не мешая друг другу, а наоборот, очень синтезированно дополняя. И это создает обстановку фестиваля, палитру силовых функциональных видов спорта. Как вам на таком вот олимпийском, можно сказать, помосте соревнуются по пикам? Мне кажется, я уже раз шестой выступаю здесь. Для меня уже как дома выступать на своем родном тренировочном. Вчера приехала с Грозного, чемпионат России, и, в принципе, не уступает, да? Знаете, на самом деле больше можно сравнивать разминочный зал, потому что здесь он намного лучше. Да. Премьерой этой Геракляды был силовой экстрим, дополненный вот этой гиревой эстафетой, в рамках которых Давид Шами продемонстрировал феноменальный результат, вызвавший определенные споры, которым я только рад. В этот раз я шокирован. Мне дали гири, я поднял. Я в этом ничего не понимаю, я не знал, рекорд это не рекорд. Я вообще не поднимал столько никогда. Лучший результат был 92, а тут 100 получилось случайно. Показали хорошую форму все участники разных возрастов, показали, что силовой экстрим – это та дисциплина, которая в стране не просто присутствует, развивается, имеет большой потенциал. И мы будем в Геракреоне эту тему культивировать, развивать, насколько это только возможно. Памятник Рибапьеру мы заложили, и он будет стоять на Совете Геракреона. Первому президенту Российского атлетического общества, человеку-меценату, дух которого мне лично очень близок, не буду этого скрывать. Кубок Краевского. Традиционно он собрал плеяду сильнейших наших атлетов, специализирующихся на подъемах старой школы, готовых побивать вековые рекорды. И рекорды эти были. Достаточно сказать, что считавшийся вечным парный подъем на Попа Лукина в очередной раз продемонстрировал совершенно феноменальные свои силовые способности и умение поднимать гири. Победил Руслан Мальцев, выступавший, кстати, и в другом турнире тоже. И мы за то, чтобы способствовали созданию условий для того, чтобы на все вкусы разносторонней атлетической подготовки спортсмена у нас были созданы условия. Прошедшая Геракляда – визитная карточка того, чем мы занимаемся. И хороший импульс для того, чтобы в каждом из этих направлений задать тренды дальнейшего развития вперед и вверх.